Re, viss ēters ir te! Вечером на ринге, утром в полиции. Новоявленный интерконтинентальный чемпион мира по версии Международной федерации бокса Майрис Бриеди совмещает профессиональный спорт со службой в органах правопорядка. С боксером в форме на его рабочем месте встретилась наш корреспондент Анастасия Дьяконова. Рабочее место Майриса Бриедиса – небольшой кабинет на первом этаже. Он делит его с коллегой. На службу успел забежать уже накануне. А еще в воскресенье Майрис на ринге арены Рига отправил в нокаут южноафриканца Даниэла Вентера. Награда – чемпионский пояс. Коллеги всегда меня поддерживают и помогают и на работе, и конечно, в спорте, скажем так, поддерживают психологически. И... Да, конечно же, это большой плюс и, скажем так, уверенность в себе. Работа у Майриса, можно сказать, офисная. Он трудится в управлении охраной объектов. И, судя по кадрам боя, с такой охраной за объекты можно быть спокойными. О полиции он мечтал с детства. Теперь у него уже у самого 4 детей. И все мальчики. Не знаю. Посмотрим. Может быть, как в сказке. То, что 4 сыночков и... Пятая, может быть, дочка. Ну, посмотрим. Пока еще не задумывался. Санкционный кризис сказался и на карьере Майриса. Пропали некоторые спонсоры. А без них в профессиональном боксе, да и в спорте в целом, никуда. Государственная же поддержка пока хромает. Я сам заработаю, как я так думаю, и боями, и государство. Если надо будет, я буду помогать государству. Дай бог, чтобы так было, чтобы я мог сделать что-то хорошее в Латвии и развить в спорте. Хотя бы немножко. Анастасия Дьяконова, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.